16 октября на сцене театра «Русская песня» состоялся показ мюзикла «Пеппи Длинный чулок». Детский музыкальный театр юного актера погрузил зрителей в атмосферу знаменитого произведения шведской писательницы Астрид Линдгрен. И это история о девочке, о замечательной девочке, воплощение, такое живое воплощение фантазии, озорства, непослушания в хорошем смысле этого слова и жизнь. Вот кто такая Пеппи Длинный чулок? Наверное, это и есть жизнь. Спектакль о судьбе девочки Пеппи, то, как она выкручивается из ситуации. И это небольшой урок детям, чтобы они ничего не боялись, были открытыми и были сами собой. Там надо подпрыгнуть как можно выше и при этом быстро назвать свое имя. Вот так. Пеппи Лотта, Виктуалина, Рольгардина, Длинный чулок. Мне эта роль пришлась ближе всего. Я сама по характеру вообще как Пеппи. Я очень многому ей соответствую. Такая же выдумщица, ничего не боюсь, очень открытая. И вот во мне эта роль так прижилась, что я стала Пеппи. Пеппи, она была такой веселой и всегда придумывала какие-то очень хулиганские штучки. И жизнерадостной всегда была. Самый необычный ребенок на планете. Она все время хотела увидеть своего отца и сплавать с ним в путешествие. Но у нее были друзья, которых она тоже хотела взять с собой. Произведение... Ну, сейчас странно относится к такой формулировке, но про отличающихся от других детей, в принципе, для них, для их творческого потенциала очень полезны. Потому что, когда мы видим героиню, которая вызывает симпатию, которая при этом не стесняется в выражении своих искренних эмоций, своих чувств, мне кажется, это очень такая светлая тенденция. Мечтай, фантазируй, смотри!